Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про породу коз Мурсиана Гранадина. Неприхотливость, высокое качество молока и хорошая производительность – все это о породе коз Мурсиана Гранадина. На своей родине, в Испании, она считается национальной гордостью. Предки породы – пиренейские козы. В течение нескольких веков селекционеры формировали из них особую породу, которая была бы привычна к южному засушливому климату и однообразной кормовой базе. Сегодня козы Мурсиана Гранадина признаны одной из самых эффективных молочных пород, дающих рекордные надои при минимальных требованиях к условиям содержания. Размером козы Мурсиана Гранадина относятся к среднему типу. Взрослый козел достигает веса 60 кг, а коза – 50. У представителей породы объемное вымя, широкая грудная клетка и немассивные ноги средней длины. Окрас у этих животных варьируется от черного до красно-коричневого. У коз Мурсиана Гранадина короткая блестящая шерсть. Она будет всегда такой маленькой, занимает мало места, мало кушает. И у нее очень высокое содержание белка и жира. Из 6 литров ее молока можно сделать 1 килограмм сыра. Очень дружелюбные, как собаки. Молоко коз Мурсиана Гранадина используется для производства йогуртов и сыров. По данным официального молочного контроля, удой первого рода представителей породы за 150 дней лактации производит 310 кг молока, а второго рода за 210 дней лактационного периода 513 кг. Средний состав молока козы Мурсиана Гранадина составляет 5,5% жира, 3,7% белков, 4,5% лактозы. Козы Мурсиана Гранадина не сложны в уходе. Важно, чтобы у них было сухое, теплое помещение для жилья, в котором не бывает сквозняков. Также необходимо следить за состоянием копыт у животных и регулярно их подрезать. Кроме этого, нужно стараться строить рацион представителей породы так, чтобы он всегда был сбалансированным и содержал все необходимые полезные элементы. Все очень примитивно. 2 раза в день сено, зерновые. А она экономически очень выгодна, потому что она занимает мало места, мало кушает, а дает прибыль хорошую. Из молока можно много сыра сделать. Средняя продолжительность жизни коз породы Мурсиана Гранадина составляет от 13 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!